Чё мы несём? Больные на голову просто. Отмороженные больные на голову ублюдки. Ядрите меня стрим, аж дал зелёным. Ядрите меня член, стал что? Зелёным. При чём тут котята? Бен, как ты считаешь, мы отмороженные конченые уёбки? Бен, мы отмороженные конченые уёбки? И после этого он бросил трубку. Спасибо, что прояснил ситуацию. Не шелести особо, дай прояснить ситуацию. Конечно. И вот мы идем в литературный клуб, разговаривая в своем. Когда мы вошли туда... Когда мы вошли туда, обычная сцена заставила нас. Обычная сцена с котенком? Да. Да. Воскресенье, время увидеться с Юри. Ебать, клавиатура. Да ладно. Какая нахуй клавиатура? Не врешь, клавиатура? Не врешь? Ты видишь, да? Это телевизор чмоха. Это наше первое свидание. Телевизор чмоха? Телевизор чмоня. Чмоха? Телевизор шмоня. Шмоня. Это наше первое свидание. Шмоналово. Шмоня. Это наше первое свидание. Я сейчас немножко нервничаю. Со шмой. Со шмой. Со шлёпой. Шлёпа, что ты делаешь перед моей дверью в воскресенье? Топлю. Сказал кто? Сказал Фирами. Что ты делаешь перед моей дверью, шлёпа? Что ты делаешь с бензином перед моей дверью, шлёпа? Что ты делаешь в моей ванне? Ты чего, хую, блядь? Я все могу испортить. Я уже в нетерпении и в ожидании смотрю на дверь. В части для меня Юрий... Да, сказал Пирамир, опять же. Я с нетерпением и ожиданием смотрю на дверь. Горящую дверь. Ой, блядь. К счастью для меня Юрий пришла довольно быстро. Она постучалась... Юрий! Ставь лайк, если срал на кота после колонны Мудозамахина, смотри, наслаждаем, он мучается в кавусях. Что? Каждый день так... Она постучалась, я пошел. Да, что за хуйня это было только что? Привет, Олег. Приятно видеть тебя снова. Тебя тоже, Юрий. Заходи. Спасибо. Ну давай, залезай. В кроватку. Залезай, котенка. Костюм. В котенка. Это как у спины... Это как у спринг-трапа, да? Да. Майкл! Майкл! Это котенок, извиняйте. Это коктенок. Да. Сука, пиздец, ебы, как обычно, в руках она держит... Как его? Мы хуже Патрика Бэтмена из книги про американского психопата. Из книги, да, из книги. Из книги. Особенно с моментом про крысу, да. Не, особенно с моментом, где он котенком оплатил что-то там. Что? Да я не смотрел этот фильм. А я не фильм, я читал книжку прям, вот если я вам зачитаю моментик один из книги там. И этому надо было играть в мод на бесконечное лето с Патриком Бэтменом и главной ролью. Ну, к сожалению, сервера нас нахуй послали. И эта игра боссана, я ненавижу ее, блядь. Они уже наслышались про котят, да? Наслышанный. Как обычно, в руках она держит свою книгу. Харон у нас новый щитпостер. Да. Харон новый щитпостер, да. Да. Так, ладно. Может, Кот-постер. Кот-постер. Компостер. Компостер. Ладно. Блять, я не вижу свой курсор за ебаного... Илона Маска. Илона Маска, а при чем он здесь? Ну, вот именно, при чем он? Показалось так вообще, слушай, только... он запустил спутники, они блокируют курсор. С котенками, да? Блядь, там это... Блин, а вы знаете, на самом деле, чем стреляют кассетные бомбы? Блядь, не, это, короче, этот... Starlink, это же сеть, да? А сеть передается через вышки. 5G. Вы помните картинку, которую Тимоха кинул вот в прошлый раз? Ну да. Я вспомнил. Блять, эта картинка, это была шедеврально. Да, это вообще пиздец, мы нахуй угорали минут 30. Чё, у меня стрим? Ладно, но постарайся не заразиться, окей?
Меня это не волнует, Олег. Тебе нужно прилечь. Я направляюсь к твоей кровати, которая находится в спальне. Юрий передает мне одеяло, которое я накидываю на себя. Вот. Теперь тебе нужно лекарство. Я скоро вернусь. Прежде чем я успел сказать, где находится лекарство, Юрий уже пришла. Я слышу, как внизу он нажимает нож. Снимает нож с подставки. Снимает нож и залезает котенка. Через несколько минут она возвращается с ясной, в которой находится какая-то розовая жидкость. Ох, ну и дрянь. Боже, какой ужасный вкус. Ах, правда, довольно... вкус довольно невыносим, прости за это. Это менструальный кровь. Я могу попробовать что-нибудь еще, если тебе не нравится. Нет, я ценю это, Юрий. Круто, что ты заботишься обо мне. Спасибо. Похоже... Похоже, она впала в шок от моих слов. Конечно. Конечно, я буду заботиться о тебе. Ты же мой парень. Стоп, кроме того... Она себя зарезала, или котенка? Котенка. Кроме того, внимание, я не хочу... Внимание, вы утопили. Сектор приз на барабане, котенок. Сектор приз на барабане. Револьвер. Да чё они с вообще, ну? Сектор котенок на барабане. Сектор котенок. На баранке. На арматуре. Кроме того, я не хочу, чтобы ты был в таком состоянии, поэтому делаю все, что могу. Мы уже в таком состоянии, что, блядь, лучше сдохнуть, чем продолжать. Я лучше думаю, ты прав. Котенка, чем... Да. Лучше съесть котенка. Как-то бабка. Что, сука? Зачем ты напомнил мне это видео? У меня есть один... Чё я не... Чё ты несёшь, сука? У меня есть один вопрос, почему твой нож находится так высоко? Мне пришлось пользоваться более длинный нож, чтобы достать тот. Чего, блядь? Котенка, чё? Ты чё несёшь? Сука, эти диалоги составлял явно этот... Тарантино. Патрик Бэтмен. Чел диплом. Не знаю. Эй, ты достал его оттуда? Спасибо. Ты достал котенка из колодца? Она улыбается и садится за стол рядом со мной. Ее улыбка медленно исчезает. Через секунду она схватила меня за руку. Что-то не так, Юрий? Хах, нет. Просто я хочу расслабиться. Потом порвала тер. Потом порвать котенка. В зад? Да. Арматурой. Пока я не понимаю, в чем дело. Я тоже хватаю за руку. Смотрите, как красивый вот этот котенок. Смотрите, какой красивый котенок. Был. Олег, я. Она пытается что-то возродить, но в итоге успокаивается и оставляет все как есть. Олег, я котенок. Спустя некоторое время Юрий не готова. Убей меня. Арматур. Шляпа, что ты делаешь, Арм? Ломом Гордона Фрима. Олег, котенок. Кажется, ты это забыл в черной мезе. Котенок. Что? Лёч. Ну я говорю, Олег, котенок. Олег, котенок. Мой чих превратился в этот момент. Котенком. Ох, Олег, извини, я думаю, что тебе нужно выспаться. Где у тебя салфетки? Прямо там на столе. Я надеюсь, она не заметит спирт рядом с салфетками. Но видя, как ее лицо меняется, я понял, что это не так. Когда приносят салфетки, я сморкаюсь с них и выкидываю в мусорное ведро. Так, договоримся, что ты не видишь, хорошо? Да, окей. Тихон? Тихон из этого, из... Слышите, там Олег замучал, это Тихон, это у него во рту котенок мучит. Ставь лайк, если у тебя котенок маратон мучит. Ты жива. Чтобы успокоиться, Юрий хватает пульт телевизора. Ты что, не хочешь посмотреть, Олег? Нет. Если хочешь посмотреть что-нибудь. Услышал, она переключила. Услышал, она переключила на The Nightmare Door. Фильм с топлением котенка. Качественное кино. Часа. Это, блядь, как это называлась серия фильмов? В челюсти. Обычный хоррор. В челюсти с котятами. Наполненные котятами. Ча-ча. В челюсти полностью с наполненными котятами. Я думаю о том, почему она выбрала именно его. Как ей может нравиться этот жанр? И чем она похожа на персонажей фильма? Олег? А, что так? Ты уставился на меня, все в порядке? Ах, я просто... Кайфую. Извини, я не хотел тебе мешать. Отопление, да? Да. А чего же еще? Она обратно повернулась к колодцу. Мы сидим так, пока не жали друг друга.
Олег, надеюсь, ты не будешь злиться, если я вдруг заболею. На самом деле, мне будет весело проводить с тобой. На самом деле, я заболею с пидорак. Ага, мне тоже, но я не хочу, чтобы ты заразился. На самом деле, ты заболеешь, котенка. Я буду чувствовать себя еще хуже, если ты заболеешь. Не волнуйся. Я не заболею. Она возвращается к просмотру телевизора, как и я. Когда солнце начинает садиться... Посмотрел фильмов, котят. Юрий опускает мою руку. Похоже, ничего не хватает. Ну, мне пора идти. Пока, Олег. Пока, Юрий. Надеюсь, ты не заболеешь. Кто не знал, то это чеченский заговор. Потопление котят? Чеченский заговор. Что ты сказал, чеченец умер? Чеченец умер. Почему? Он боялся с котятами. С Украины. С украинскими котятами. Да. Заговор чеченцев над украинскими котятами. Порка чеченцев с украинскими котятами. Что? У меня такой же вопрос. Чеченская порка. Порка чеченцев с украинскими котятами. Мы возвращаемся к истокам. Я услышал, как она чихнула. Здорово. Золотые слова. Что? Это золотые слова. Это лучше золото. Нет, блин, серебро. Воскресенье, технически наш полугодовой юбилей. Это не то, чтобы услышать диктор. Что может быть лучше, Катя? А чё ты молчишь, урод? Приятно видеть, что тебя снова, Юрий. Что, приятно, блядь? Видеть, что тебя снова, чёрнись. У меня такой же вопрос. Приятно снова тебя видеть, чеченец. Мы уже так долго проводим время вместе, да? Да, это потрясающе. Не ожидал, что всё зайдёт так далеко. И думал, что всё ещё впереди. Я тоже. Мы стоим на месте, пока тишина заполняет комнату. Какой-то странный сегодня день. Я решил выкинуть эту мысль из головы и пойти наверх. Движением руки я позвал Юлю сразу за мной. С опаской она приняла предложение. Мы пошли. Мы снова стояли в неловкой тишине, я решил нарушить молчание. Так, что бы ты хотел поделать? Она смотрит в пол, затем в окно и говорит. Снаружи меня хочет. Чеченцы! С котенком. Утопить чеченца украинским котенком. Да. Снаружи снег, очень милое время года. Может, пока забудем о книгах в телевизоре, если ты хочешь. Ах, нет, это звучит глупо, да? О чем ты? Ну, я думал, что мы можем посмотреть на снегопад вместе. Посмотреть на снегопад? Ну, если она хочет. Звучит весело. А это оказывается, не снег, а атомные эти. Это кавказский снег. Кавказский снег, это жареный, ладно. Это легендарный жареный снег. Звучит жареный весело. Зеленский. Хохлятинка. Правда. Ставь лайк, если у тебя вместо дождя падают котята с неба. И взрывается головой. Это вот как есть... Это, знаете, как дождь из рыб, как дождь из лягушек, вот дождь из котят. Это котятный дождь. Оливуя дождь из котят. Харон. Что? Не хочешь потом в War Thunder посадить котят на дуло... На ракету. Земля-воздух. Лол. Я уже так делал. Не хочешь потом в War Thunder, короче? Да. Только за... Следующий я приду. Как ты думаешь? Я тоже буду с тобой. Конечно, я так думаю. Похоже, Юрий испугался моих слов. Вроде как. Ее выражение лица становится более мрачным. Лицо становится... Почему? Может, что-то не понимаю. Может, не стоит попробовать поднять ей настроение? Трахни ее. Я воспользовался возможностью взять одеяло и сесть на диван. Не ее, а котенка просто. Пуси! На ее глазах, да? Ее котенка, ее котенка. Я воспользовался возможностью, взял котенка и сел на кровать. И да. Сел на котенка. Я потушил все сиди рядом со мной. Перед тем, как Юри села, она начала что-то делать. Она начала тереть рукава. Что? Когда люди думают, они натирают рукава? Может быть, так делает только Юрий? Она подошла к кровати и села. Юрист? Кто? Да, юрист. Я обернулся, одеяло как нас. Сидя на кровати, мы смотрели в окно. Мы сидели немного неудобно, но быстро могли найти более удобную позу. Я обнял ее, и она присела ко мне. Мы смотрели на снегопад. Он был недостаточно сильный, чтобы превратиться в метель. А там были котята. Снегопад. Снежный. Снайпер. Чеченцы снайпер. Снайпер, монки. Снайпер. Чеченец. Снайпер. Блять, какое чеченское там? Блять, чем чеченцы? Ну-ка, подожди, где я забив переводчик, чеченец надо здесь.
Мне просто интересно. И сейчас там будет гипси. И там сейчас будет пристегите. Антипаш. Антипашкирец. 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 Если что, это пишется вот так. Я сейчас просто скину эту КПК. Чё мы несём, тварь? Чё мы несём, суки? Вот. Чечен. Это так чеченец будет на английском. Чечен. Чича. Чича? Чича, да. Легендарная Чича. Причём переводится, если обратно перевод сделать, то это чеченский. Вот собственность, блядь, государственная. Я посмотрел на Юри. Похоже, снег её не интересует. Видимо, она о чём-то думает. И нарушать тишину. Котёнки, которые под неё, да? До сих пор же котёнок до придавлен. Ну, держи пусть вас. Он уже не дышит, кстати. Интересно, не так? Каждая снежинка так сильно отличает от другой. И всё же мы не замечаем никакой разницы. Это шутка сравни унитазу Дора. Ставь лайк, если какого гнили оставшегося котёнка. Ставь лайк, если... Ну. Если ты котёнок. И ты сгнил. Если сгнил. Слушайте, как называют котёнка, которого вы использовали? Ну? Гандон. Господи. Как называют предмет, с помощью которого можно использовать котёнка? Притики. Арматура. Шреддер для бумаг. Блять, глушитель, дробовик. Блять, это как в Postal 2 можно котёнка, блять, вместо глушителя. Дровокул. Дровокул, а ведь чёрт. Дровокул Горыныч, 20 чёток в минуту. 20 чёток в минуту. В секунду. 20 котят в миллисекунду. 20 кусочков котят. В день. 20 кусочков котят. Во рту. Все они для нас маленькие белые точки, которые образуют белую кучу. Это котята? Да, это все, что осталось после пепел. Все, что нас интересует, это скопление этих точек в одно целое. Это правда. Но то, что попадает мимо кучи, просто тает. Разве не заметно? Красивое создание природы. Ушло мгновение опыта. Которое можно убить. Вау, это грустно. I'll fucking do it again. Даже для Юри. Интересно, а она это на лето придумала? Впечатляет, если это так. А у вас тоже летом идет снег? Но что-то сомневаюсь. Поэтично, Юри. Ты думал об этом раньше? Я? Немного. Она замолкала. Похоже, она что-то хочет сказать. Но что же она скрывает мне? Через какое время она отвечает на мой вопрос. Ты когда не чувствовал это, Олег? Что ты никогда не был так важен? Заметил? Нравится ты кому-нибудь? Что? Это вообще Юрий? Нравятся коммуняки, что ли? Ну, блядь. Это японский... Это японский агент, нахуй. Ой, в смысле, коммунист... Блядь, короче, коммунистический коммунист. Агент. Короче, еврей. Короче, у нас Юрий — это коммунистический котёнок-еврей. Коммунистический котёнок. Еврей. Космический котёнок. Похоже, я шокирую. Котёнок сапёр. Котёнок граната. Ты кидаешь на мины, и они взрываются. Чего, блядь, котёнок с этим, с петардой. Супермина. Блядь, этот в червяках, этот, как баран, который этот взрывается, только вместо барана котёнок. Кит взорвался. Он есть Вормс, кстати. Причём здесь это, казалось бы? Кстати, причём тут Украина? Кит. Слон. Ты мама? Кит. Ладно. А чеченца мав? А украинца мав? Да. А котёнка мав? А ты зиву-зивс удалял. Что? Ты зиву-зивс удалял. Да я не помню. Любой адекватный человек его уже 50 раз удалил. Ты пиратов удалял? Да, я уничтожал. Ты их удалял, то ты их скачать не сможешь. А, недоступно в текущем регионе, да, я удалял их. Ну, заполезно. Крутил пиратов домой. Слава богу, не зря я удалял. Куры! Блять, там они пираты вместо ядер в пушки котят засовывали. Похоже, я шокирован. Можешь спросить... Похоже, я шокирован. Можешь спросить её, почему она спрашивает меня. Хуже шокирован. Похоже, я шокирован. Можешь спросить её, почему она спрашивает меня об этом? Можешь сказать, о чём я... О чем я думаю, а потом спросить. Но я никогда не чувствую себя так.
Что если она думает о том, что мне все равно? Я должен быть честным. Я думаю, со мной всегда был один хороший друг. Этих чувств у меня никогда не было. Аниме и видеоигры могут надоесть, но я никогда не чувствовал себя ничтожным. Почему? Потому что ты думаешь... Потому что моя жизнь предотвращена. Котенки. Кто понял, тот понял. Да, это как фильм «Я легенда». Я котен. Нет, ну кто понял, типа... А потом к тебе приходят шлепы и... И возглавляет тебя командиром чеченского отряда. Джиза. Я начал говорить, но быстро закрыл рот. Она начала говорить, но быстро закрыла рот и отвела взгляд. Нам не нужно говорить об этом. Мне все нравится. Просто видя, как снежинки падают. Нам действительно нужно обсудить это. Не знаю, стоит. Может, ее стать легче. Некоторое время. Но душевная боль, скорее всего, останется. Я должен решить. Душевная боль, да. Мне не описать всю ту боль, что я пережил. Это чисто дневник котенка. Это дневник котенка после войны на Украине. После беседы с нами. Пожалуй, я должен успокоить ее. Это может не поднять настроение, Юрий. Нам нужно поговорить об этом. Видите те подушки, которые на кровати лежат, да? Там котята. Вот я ими душил котят. Жизна. Просто душил, они прям начали. Но ты душнела, конечно. Да вообще, нужно окно приоткрыть, наверное, фильм. Юрий. Просто так я это не оставлю. Скажи мне, что просто происходит. Просто так я не сдамся. Ты уверен? Я прав... Русский не сдамся. Я правда не хочу поднимать эту тему. Но по Юрию начинает течь котята. Котенок. Тебя что-то беспокоит? Волосатый котенок. Я люблю, когда волосатые котята обмазываются молоком. Нет. Как дум. Я люблю, когда молоко обмазывается волосатыми котятами. Чел, хорош. Она запаниковала. Нет, просто жалко немного. Просто Патрик Бейт. Я должна снять. Накручивал котенка. Так, стоп, погодите. Мы раздеваем Юрия. Я должна снять его. Юрий снимает это дело. А, это дело. Я думал, он на кофту снимает. А Юрий снимает себя дело, когда у тебя вместо нами. Но вы старались. Но тебе все свитер, ты можешь снять и его. Ах, наверное. Вот дай мне... Юрий начинает снимать свитер, достает руку из сурка. Вон тоже засовывает обратно. Думаю, лучше останусь в свитере. Я не хочу заболеть. Так у нас же я сидевал, раз ты не хочешь укрыться ним со мной. Ну я не это имею в виду, прости. Мне просто хорошо сидеть. Я умер, прости. Я умер, это моя... Типичный котенок в Донбассе. Юрий, да. Можешь остаться в свитере? Она сразу же с облегчением вздохнула. Но есть еще кое-что. Что? Засучи рукава. Что? Засучи рукава. Ты можешь это сделать? Я должна. Я не вижу причин, по которым ты не должна. Женщина, ты должна всем. Да, ты должна. Дура, ёпта. Вообще охуела. Женщина просто больная на голову. Юрий молчала. Похоже, она знает, о чем я говорю. Но не хочет показывать. Я сразу принял решение. Я подошел к Юрию и быстро засучил рукав. Царапины и порез от запястья до засученного рукава. Кажется, ситуация вышла по своему. Юрий, я не знаю, что сказать. Ты в порядке, Юрий? Похоже, она шокирована. Жестко царапал горло котенку. Блять, какие же мы отбитые, уебаны. Слушай, можешь еще раз у Бена спросить? Давай. Бен, мы точно отбитые уебаны без капли морали и нравственности, которые готовы шутить про разрывание котят? Нет. Мне кажется, он думает. Я брошу трубку. Он даже нам отвечать не захотел, насколько мы такие конченые. Бен, мы настолько конченые уебаны, что не хочешь отвечать? Нет. Бен, мы нормальные, адекватные люди? Вон это у него. Бен, мы должны раздеть Юрия и потом трахнуть ее. Мы должны трахнуть Юрия. Нет. В смысле, ты охуел, еблан, блядь? Прикиньте. В этот момент она берет себя в руки и успокаивает. Блять, иронично. Чё, армет, светмет? Так. Хотите задать ему вопрос? Да. Спросил его все-таки. Ну. Что у него спросить? Спроси про нас вот опять. Слушай, Бен, мы реально такие конченые? Ты врёшь, да?
Не, ну скажи честно, ты врешь? Нет. Ну вот. Скажи точно, мы реально конченые просто ублюдки, которые, ну, просто без капли морали. Да, ты реально сейчас врешь? Не, скажи, мы конченые ублюдки с каплей морали? Мы конченые ублюдки с каплей морали. Еще раз. Мы конченые ублюдки с каплей морали. Жёшь, конченый, шкура, ёпта. Мы ублюдки с каплей морали, да? Странный ответ. Анальный вопрос. Миша, даже смешно стало. Бен, ты конченый ублюдок без капли морали? Ну, ответь, ты конченый ублюдок без капли морали, да? Вот. А мы такие же, да? А мы такие же? Вот. Ну вот. Это лучше. Через несколько минут она обращается ко мне. Это чувство никогда не исчезнет, Олег. Оно исчезает, но не до конца. Каждый момент, который я прошу... Чувство никогда не исчезнет. Не исчезает, но... Но исчезает. Мы про котят? Да. Мне нравится все больше и больше. Я думаю, нам нужно... Нравится все больше и больше. Я думаю, нам нужно расстаться, Олег. Я не хочу, чтобы это случилось. Даже в маленьком размере. Но это произойдет. И когда это произойдет, я буду снова одна. И это все временно. Моя дружба с Моникой Сойори Нацуки. Это все временно. И похоже... Что флаки для обмазывал котят фекалиями? Каждый день. Ну, я таким не занимался еще. Че он несет, сука? Это тоже временно. Это 173-й момент. Есть много способов, чтобы просто закончить все это. Все. Никогда больше никого не найду. Для меня одиночество отдых. На момент я задумался. Действительно, Юрий так думает. А что она всегда остается одна? Я думаю, что она не все сказала. Почему ты думаешь, что я оставлю тебя одну? Может быть, ты знаешь кого-нибудь получше меня? Вообще, да. Что? Кто может быть лучше тебя, Юрий? Много кто. Это неправильно. Юрий, ты помнишь наш первый? Неправильно, попробуй еще раз. Капчу не прошел, да-да. Да-да? А кто мне признался? Я. Ох, черт, она права. Это призналась не первой. Знаешь, кто признался потом? Ты, Олег. Верно. То, что ты запил котенка? И да? Ты думаешь, что я не буду любить тебя до самой смерти? Буду. По крайней мере, я должен был сказать что-то плохое? Может. Буду. Я могу... Блядь, опять ебучие тарантиновские диалоги. Кажется, она растерялась. Я улыбнулся. Ты. Я думаю, ты прав. Ты действительно сильно любишь меня, Олег. Юрий, я и понятия не имею, почему ты сомневаешься в этом. Я понятия не имею, вообще, что я в тебя ношу. Я люблю тебя, и если ты хочешь, то я не буду общаться с другими девчонками. Я так сильно люблю тебя, что могу замотать тебе все раны. Замотать тебе всех котенков. Котен. Тебя в котен. Олег, я не дал ей закончить. Я наклонился к ней, пока наши губы не соединились. Половые? Похоже, она невероятно шокирована, но медленно успокаивается. Это немного странно, но мы не собираемся останавливаться. Я уже не знаю, что делать. Даже несмотря на то, что у Юрия нет опыта в этом, он хорошо целуется. Я подошел к ней и размочил ее под лицо этой... Какие-то вопросы, да? У меня есть вопросы. Нет, у меня нет вопросов. Бен, может нам все-таки трахнуть Юри? Котенком. Даже забыл спросить котенком. Даже несмотря на то, что у Юрия нет опыта в этом, она хорошо целуется. Есть котят. Ошеломляющее чувство, что это как если бы мое тело не имело чуткость к теплу. Я чувствовал это только один раз, когда мы поцеловались впервые. Я уже ничего не чувствую, кроме счастья, кроме котенка. Можно сказать, что это единственное, что я могу подарить Юре. Зато я... Знаете, это, блядь, как анекдот. Знаете, где 9 из 10 человек... знаете, когда 9 из 10 человек чувствуют счастье? Во время группового изнасилования. 9 из 10 хотят чувствовать счастье. Просто чувствуют его. Когда они приезжают в Казахстан. Когда они приезжают к нам в Канфу. Когда приезжают. Они счастье чувствуют. 9 из 10. Котят. Поставили 5 звезд. А тут сладкий запах ее помады и движение языка во рту. И движение котенка во рту. Ее теплые руки на моей шее. Но я уже не думаю об этом, она что нас душит? В моем котенке. Ее мой разум полностью пуст. Может быть, это дыхание? Нет, это Юрий. Нет, это котенок. Только котенок. Когда поцелуи обрываются, кажется, что прошло всего 2 секунды. Мы с вами друг друга все 4 секунды. Бен Бенито Муссолини.
Беннита Муссолини. Тяжело дыша. Беннита Муссолини. Беннит. Беннита Фикалини. Беннита Муссолини. Осуждаю подобное высказывание. Обмазывается котенками тогда. Котятами, может, тогда уж, а не котенка. И говорит, ес. Мы просто... Ну, это словами не описать, я думаю. Мы смотрим на друг друга все 30 секунд, тяжело дыша. Мы смотрим друг на друга в Дискорде все 30 минут. А теперь представь, Харон, как только мы встретимся все вместе в одном месте. В реальной жизни. Я представляю, там спустя 5 лет мы где-нибудь в Москве в баре кому-нибудь соберемся, блядь. Это вообще пиздец. Скачок. Вы тут люди прокатят, а у Матвея этот раз на Арикут. Блядь. Держи путь. Я забыл об этом вообще. А кого мы будем топить следующий? Тебе об этом сказать. Я лучше застрелюсь, я... Мы тебе не дадим. Ну, конечно, Бенни... Убил мужика! Где-то... Это то, что надо придумать. Где-то после пятого поцелуя котенок смотрит на меня. Котенок самоубился? Короче, после пятого литра водки выпинул мой бате, и теперь котенок смотрит на меня. Короче, давайте я вместо слова Юрий буду говорить слово котенок. Олег, спасибо, что ты придал мне уверенности в этом. Она опять влилась в мои губы, держа свою руку в неподвижном месте. В неположенном месте, так скажем? В неположенном это... В котенке. Что ты, да? Сука, где постельная сцена, вы охуели? Всё? А чё это за шмар? Мы это били уже, мне интересно. Реально, блядь, чё это за шмар? Сейчас как-то слишком свежо выглядит. Свежо, блядь. А где гниль вопрос? Ладно. Блядь, действительно, где гниль? Надо что-то новое. И не надо...